классом. Тоже сюда можно какие-нибудь свои книжки, тетрадки, еще что-нибудь оставить. Отдельно, да. Получается килограмм 450. Так, ребята, заказали мы Богдану стол. Вчера заказали, да? И сегодня пришел. Сейчас будем распаковывать, собирать. Да, на Амазон. Самая быстрая доставка в Германии, да? Здесь инструкция, Амелька унесла из таких вот деталей. И сейчас будем собирать все. Ух ты ж, прикольная. Все так хорошо упаковано. Сейчас будем разбираться. Достали мы из коробки все детали. Просто их. Посмотрите, как много. Вроде обычный стол. И покажи, какая книжка. Толстая. Это для одного стола инструкция. Ну, будем сейчас разбираться, что, куда и как. И он, кстати, тоже будет с подсветкой у него. Начнем, приступим. Стол готов, сейчас вам покажу. Значит, вот такой вот, это как бы почерное дерево, как он называется, ДСП, извините, я точно не знаю. Здесь железный корпус, вот такие вот ящички, они из такого плотного материала, ручки, это все прикручивалось, собирались они, очень удобно. Потом может сюда какие-нибудь свои школьные принадлежности либо еще что-то хранить. Сбоку он вот так вот выглядит. Мы взяли специально уже как бы и компьютерный стол, да, чтобы был и как шрайптиш. Потому что сейчас у него нет компьютера, но в ближайшие пару лет он по-любому его захочет. Это мальчик, я уверена. И поэтому здесь вот очень удобно. Во-первых, да, для кобелей вот такие вот штучки специальные. Сюда тоже можно включать, потом заряжать что-то, ну, эти, как, господи, розетки, вот. И вот здесь эта специальная штука будет потом для процессора, когда он захочет себе компьютер. Также имеется вот подсветка, очень красиво смотрится, она переключается. Красный, зеленый, синий, голубой, в общем, фиолетовый, какой хочешь. Даже розовый. Ну, классно. А, так, ну, это здесь потом для монитора, да, поставить. Ему вот этой площади, в принципе, вполне будет хватать делать домашние уроки. И также еще вот здесь. Она тоже из такого, как бы, тряпочный картон. Я не знаю, как это объяснить. В общем, очень хорошее качество. Немножко так лучше. Тоже сюда может какие-нибудь свои книжки, тетрадки, еще что-либо складывать. Вот, значит, такой стол. Мы решили ему заказать именно сейчас, уже не стали ждать, потому что у нас один стол только на кухне. И бывает, там Сергей делает домашние свои уроки по немецкому. И либо он туда просто не хочет идти, и он здесь ложился и на полу делал уроки. Ну, мы подумали, это нехорошо. И решили ему вот заказать. Также на следующей неделе должен еще прийти ему стульчик.
Этот стол мы на Amazon заказали, стульчик через Ota я заказала, нашла. Значит, стол стоил 170 евро, но была там несколько дней на него акция, либо какой-то горячий ангибот, и 30 евро, получается, на 30 евро дешевле. 140 евро мы заплатили за него, и плюс 6 евро доставка. И стул стоит 60 евро. Ну, в общем, ему комплект вышел на 200 евро. Теперь осталось еще мебель заказать. По-любому нужно будет до осени купить ей тоже какой-нибудь столик со стульчиками. У нее тоже начнется учеба. И надо будет обязательно ей взять. Ну, мы очень довольны. Очень красивый, стильный, удобный, многофункциональный. Богдан вообще в восторге, ему понравилось. И что, нам осталось ему еще сюда купить какую-нибудь лампу, там посмотрим, и, наверное, шторы с тюлью, либо просто шторы, я буду смотреть. И, в принципе, уже у него комнатка готова, можно вздохнуть маме наконец-то. Все, буквально за месяц, получается, мы деткам комнаты собрали, а себе уже ничего, подождем, остальное уже будем покупать со временем, в зал и так далее. Ребят, в общем, мы решили отправиться на клубничные поля. Опять же, моя подружка Наташа опять предложила. Нет, предложила. В общем, вроде находится в Кульмбахе. Точно не знаю, сейчас еще точно посмотрим. А мы не знаем, куда ехать дальше. Да. В общем, сейчас мы едем на ЦУХ, центральную остановку. И оттуда на автобусе 20 минут всего ехать. Вот, это первый раз наш. Погода. На поля? Да. Мы в том году же, помнишь, что мы все хотели, у нас не было возможности, то не получалось. В общем, посмотрим. Добираться будет. Да, то, что мы в трассе жили. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь, ставьте лайки. Мы на ЦУХ уже. Сейчас пойдем быстро. Денежки мне надо снять наличные. У нас здесь, кстати, новый магазин открылся, Реве. Здесь раньше не было. Отдельно, да. Ну и так можно зайти, да. Через норму тоже. Погода непонятная. Вышли, было пасмурно, мы зонтики с собой взяли. Тоже зонтики? Смотрите, здесь бобер. Куда он уплыл? Блин. Или выдра. Все, спрятался, да? Пустый уплыл. Он опять поплыл. Выдра? Что значит выдра? Это Шан. Все, поехали. Надеюсь, туда, в сторону Кульмбаха. Nächste Haltestelle. Гип-гип, ура, мы добрались. А обратно потом сюда. Все-таки верный Наташа маршрутом дала. Какое небо красивое. Там вон люди вот собирают. У нас такая вот толпа. Это тоже моя подружка Таня с Казахстана. А это ее дочь Таша. Ну вот же, да. А, надо пропуск.
Народу очень много. Да. На, в рюкзаке достань. Ну, корзины брать. А? У нас корзины. Да? Ты крышки убери. Две дозы там больших. Ага. Да. Только рюкзак застегни. Да. Народу очень много. По-моему, 4,50 полкило написано стоимость. То есть сейчас мы вот такие эти дозы будем собирать. Ну, где люди не ходили. Где люди не ходили. Здесь приходили люди. Вон, видишь, впереди нас идут. Может, туда, да, под край? Наташ, может, туда пойдем? Да, здесь проходили по-любому. Нет, здесь он есть. А что им надо? Пацаны уже собирают. Папа нашел место, где не ходили. Темное? А, прям запах стоит. Ну что? Красивенько, покажи. Обалденно, да? Ну да, это все маленькое. Сладкое? А ее можно кушать? Кушай, кушай, можешь кушать сколько хочешь. Что, сладкое? Куда я буду? Так, ну что, будем собирать и кусать. Да ты покраснее бери. В общем, нам посоветовали уйти немножко подальше, потому что вначале все обычно проходят, собирают. И вот здесь уже она покрупнее идет, и прям ее много. А там, потому что люди несут, и она прям огроменная. Ой. В общем, насобирали мы уже вот такую вот. Еще там в начале Сергей клубники. Животы полные. Уже еле сгибаемся. Сладкая, очень вкусная клубника и разная. А здесь тут нормально, я так насобирала. А получается, их идешь. Вот поле такое огромное. И несколько сортов. Эх, что ж я очки не взяла. Ну вот наш улов такой. Сергейся, я собирал. Такая же банка где-то в животе. Вот это мы сейчас повезем. Не знаю, сколько выйдет, но нормально тогда. Типа граммчик будет точно. Да больше. Полтора. Так, надо сейчас найти, где наши. Они где-то все в начале, а мы вот почти в самом конце пошли. И здесь вообще нереально вкусная. Вот посмотрите, краснючая клубника. В общем, будем питаться в ближайшие дни только клубникой. Что, Амеля, наелась? Нет. Нет еще? Нет. Ну, я кушай. Весь. Посмотри на маму. Нет. Ты вся вон красная, подойди сюда. Ты вся в клубничке, как клубничка. Так, пацаны где-то там впереди. У меня год клубничный. Так, ну все, мы подошли к кассе. Такой ларечек. Очередь. Сколько отдали, блин? Люди все еще собирают, собирают. Какие евро килограмм? 9 евро килограмм. 20. Что? Едете ли? Чудес. Там даже туалет он есть, био. Тут уже готовое, да? 500 грамм. Вообще? Вообще. 5,95. Ага.
Алло. Сколько у нас? Два килограмма 800 грамм? 800, ага. Или вот здесь 100 грамм съем за это, да? Ага. А, за дозу 100 грамм? Ага. 15, билет. Двенадцать евро. Угу. Обалдеть. В общем, получается килограмм 4,50. А, килограмм 4,50? Да, да, если от 10 килограмм, по 3,70 будет. О, прикол. Вообще. Давай вперед. Перегрузимся, давайте. Мы идем через такой вот туннель огроменный. Так классно. В общем, решили пешком идти. Красота, природа. Да, круто, говорю. Так, вот здесь какие-то вывески. До Байроты 9,7 километров? Вы серьезно? К вечеру придем, надеюсь. Вон этот туннель такой. Да, на Амазон. Тоже сюда можно какие-нибудь свои книжки, тетрадки и еще что-нибудь поставить. А здесь не да. Это шанс. Получается килограмм 4,50.